Очередной новый скандал, связанный с русскими игроками в Европе. Пресс-служба «Аталанты» удалила пост в соцсетях, посвященный российскому полузащитнику клуба Алексею Мирончуку. После победы сборной России над Сербией 4-0, итальянский клуб опубликовал фото с Алексеем и Антоном Мирончуками, празднующими гол в ворота сербов. В комментариях хавбек сборной Украины и бывший партнер Мирончука по «Аталанте» Руслан Малиновский написал «Позор на итальянском языке». Вскоре после этого «Аталанта» удалила пост с Мирончуками.